В нацпроекте формирования комфортной городской среды Десногорск участвует уже третий год. За это время многие городские площадки преобразились как внешне, так и функционально. И останавливаться на достигнутом пока не время. На сегодняшний день количество благоустраиваемых объектов непрерывно растет. Сейчас ремонтные работы проводятся сразу в нескольких микрорайонах города – в первом, четвертом и шестом. Это прилегающие к многоквартирным домам территории и объекты досугового назначения. Кроме внешнего преображения, благодаря которому Десногорск выглядит современнее, строительство на придомовых зонах решает сразу несколько злободневных проблем. Это организация досуговых зон для детей и, конечно, расширение парковочных мест. Такие изменения, к примеру, затронули придомовую зону дома номер 7 в первом микрорайоне. Здесь проводятся работы по установке бордюров, укладке асфальтобетонного покрытия, расширение парковки, устройство малых архитектурных форм. Вот. Работы проводятся у нас Ростовской ДСУ. Сроков срыва мы здесь пока на объекте не наблюдаем. Надеюсь, что все у нас закончится в рамках договорных отношений в соответствии с контрактом. Такие же работы проходят в районе 14-го дома. В ближайшее время здесь проложат дорожки для прогулок и оформят цветочные клумбы. В рамках этого же проекта преобразился и двор 178-го дома в 6-м микрорайоне. Здесь уже положен новый асфальт, установлены лавочки, урны и детский игровой комплекс. Все изменения обусловлены практической необходимостью и исходят в первую очередь от жителей микрорайона. Именно они решают, каким должен быть их двор для приятного отдыха и комфортного проживания. В планах властей включить в нацпроект еще две территории. Дом номер 15 во втором микрорайоне и дом номер 43 в четвертом микрорайоне. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.